Национальный театр танца готовит представить зрителям новое направление – этно-мюзикл. Грандиозный проект, спектакль «Дети белого солнца» повествует о самых северных тюрках в мире – якутах. Легенда о любви, об истоках появления народа в суровых арктических краях. Над проектом трудится большая бригада. Помимо артистов театра задействованы этно-группа, оркестр, детские танцевальные коллективы и студенты музыкального колледжа. Постановочная группа состоит из маститых деятелей искусств современности из разных регионов страны и даже из стран СНГ. Мы тюрки, у нас есть много общего и по языку, и по культуре, и по музыке. Но в то же время каждый народ по-своему своеобразен. И вот каждый народ привносит свой вклад в общую копилку развития тюркской культуры. И вот этот спектакль как раз говорит о том, что вот принимают участие две тюркские культуры, да, вот, в создании этого спектакля. Это вот смешение крови внутри тюркской группы. Это тоже очень интересно. Это вносит свои новые краски, новые лепты.